А как вы там себя чувствуете? Приятно. Приятно? Летаю. Летаю. А у нас какое ощущение? Летаю, летаю. Летаете? Летаю. А у нас какое ощущение? Весь мир при... Весь мир хочется обнять. Весь мир хочется обнять, говорит. Это и есть состояние гармонии. А у нас? Состояние близкое к невесомости. Наверное, так в космосе себя космонавты чувствуют. Я так думаю. Совершенно верно. Состояние близкое к невесомости, легкости. А что мы чувствуем? Ну, что-то непонятное. Приятное, неприятное? Ну, конечно, приятное. Конечно, приятное. А как сейчас у нас дела? Также приятно, хочется еще больше делать. Да. Еще продолжать хочется. Вот видите, она после того, как сняла нервное напряжение, теперь ей хочется размяться, да? Вместо кажущегося угнетения, наоборот, наступает какая-то бодрость. Это на самом деле чувствуется. 4 года назад у меня произошла травма позвоночника, перелом позвоночника. И период восстановления шел гораздо бы сложнее, и неизвестно, чем бы закончилось, если бы я не применяла саморегуляцию. Плюс ко всему, я ее применяю ежедневно, если мне это необходимо, в стрессовой ситуации, дабы, во-первых, настроиться на занятия или настроиться на какую-то определенную работу. Я, например, смотрю, как вы бойко разговариваете прямо в объектив телекамеры. Вообще, я по своей натуре очень скромный человек всегда была. Но сейчас мои вот эти комплексы, зажатости, они, в общем-то, при помощи саморегуляции сняты, я считаю. Поэтому мне саморегуляция дала, я считаю, вторую жизнь. Я получил методику, которая помогает мне чувствовать себя более уверенно в жизни. Это помогает мне в работе с моими партнерами, на переговорах, формирование вообще своей такой жизненной позиции. Это помогает мне быть более спокойным, уверенным в себе. А это сегодня очень важно. Сейчас нет, практически нет таких методик, которые помогают человеку более так комфортно себя чувствовать. В процессе работы я перевернул довольно-таки много литературы и вышел на ключ, потому что это практически единственное сейчас, что у нас еще может такое, оказать действенную помощь. Потому что все остальные методики, они не адаптированы. Вернее, адаптированы как, может быть, узкий, кастовый характер, а именно общедоступные методики. Ну да, есть, пожалуйста, техники релаксации, есть... Есть техники аутотренинга, пожалуйста, шульцевского. Но без специалиста, без кропотливого труда это очень тяжело воспринять. Да, к сожалению, те методики, которые вы перечисляете, требуют и для тренировки специальных условий. Это очень длительная тренировка. Там нужны комфортные условия, там даже в аутотренинге и поза-то нужна комфортная. Да. Или сидя, или лежа, там выключает свет, включает музыку, человек релаксируется. И вот такие методы очень трудно потом применить в реальных рисковых условиях жизни. А эта методика в этом отношении оперативная. Вот у нас много случаев было, когда мы экстренно помогали в различных ситуациях, и прямо на блокпостах обучали работников милиции, там жара 35 градусов, по много суток они не были дома, стреляют рядом и так далее, и они прямо на месте могли это осваивать. Профессии, требующие напряжения, концентрации внимания, постоянно высокой ответственности, конечно, они должны обучаться. Это должно входить в алгоритм обучения и воспитания в этих профессиях. И, конечно, эта программа, в общем-то, должна быть всероссийская. Так, если по большому счету. Это одна сторона. И вторая сторона, то, о чем здесь говорили, то же самое диагностические программы для категории больных. Я, например, вот вижу четко такие категории больных. Это вот, скажем, больные язвенной болезнью с сезонными обострениями. Это больные аллергического класса тоже с сезонными обострениями, астматики и так далее, и так далее. Тоже должны быть разработаны программы, которые должны входить и в курс обучения врачей, и в методики применения их в лечебно-диагностических учреждениях. Методика как бы лежит не только глубоко в медицине, но на стыке разных дисциплин. Восстановление, развитие, воспитание и так далее. Так в этом ее одна из, так сказать, ценностей заключается. Я никогда не думала, самых моих детей в мечте.
мечта, что я буду учить свободу от русского. Посмотри, как она плавает. Посмотри, как она плавает. This is the one you can do. Да. Но самое важное вот здесь. But the most important part is here. Как вы себя чувствуете? Что она чувствует? How do you feel? What do you feel? Very light. Легко. Вот для беременных женщин это просто удивительно полезная вещь. For pregnant women it's wonderfully beautiful thing and useful thing to have. Они могут родить более здоровых детей, более способных детей. They, you can bring your baby to life more healthy and creative. Потому что они защищают свой организм от стресса. Я хочу, чтобы было понятно, что система саморегуляции ключ. Это не только наиэффективнейший сегодня компактный, быстрый метод, высокий по доступности для тренировки устойчивости к стрессу. Это еще уникальный инструмент для работы над собой, для выработки желаемых, творческих, личностных, деловых и профессиональных качеств, о чем в книге «Самореализация».